Если лететь из Калининграда во Владивосток с пересадкой в Москве, то в дороге вы проведете как минимум 11,5 часов, при том, что конечная и начальная точка вашего путешествия находится на территории одной страны. Фонбет первенства России по футболу дарит многим своим участникам прекрасную возможность осмыслить масштабы 1/6 части суши. У нас на очереди подробности 29 и 30 туров во всем их масштабе. Смотрите сегодня. Енисей тормозит, ротор разгоняется. И наверху турнирной таблицы, и внизу хватает огня. Главный матч этих двух туров — крылья Советов Оренбург, где голов не было, но все, кажется, остались довольны собой. Что пишут команды лиги, что показывают команды лиги. Новая рубрика «Сетевая активность». Главный матч 29-го тура воображение не потряс. Если перефразировать известный олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее» в переложении на реалии этой игры ФНЛовских тяжеловесов, то получилось бы, наверное, плотнее, спокойнее, аккуратнее. Поймем и простим. Победить в такой игре очень хочется, но проиграть куда страшнее. Ну а тут еще то ли зима-весна, то ли весна-зима со всеми вытекающими. К тому же Оренбург в несколько более выгодном стратегическом положении. Когда команде Владимира Федотова не надо кровь из носу добывать победу и раскрываться, то напрячь и удивить ее всерьез сложно. А тут еще до завершения первого тайма травму получил Ткачук, не последняя боевая единица формации Андрея Тихонова. Как это часто случается после таких нулевых равных матчей, оба тренера, кажется, были убеждены в том, что это их команда была чуть ближе к победе. Никто не хотел пропускать. У нас было несколько моментов, были некоторые подходы. Был хороший момент у Нацина, когда он головой не попал в первом тайме. Сергей Корниленко добивал перед этим моментом. Ну, то есть, такие полумоменты у нас были. Ну, на мой взгляд, хороший матч. Мы его контролировали ход, и, на мой взгляд, нам очень обидно, что мы все-таки финальную точку не поставили в виде забитого гола. Тур в целом вышел далеко не самым результативным — 13 голов. Антирекорд текущего сезона, напомним, 12. При этом почти четверть всего этого неизобилия пришлась на игру Шинника с «Авангардом», которые таким образом провели что-то вроде предпремьерного показа. Им же играть в полуфинале Кубка России. Внимательнее присмотритесь к кадрам данного матча. С отнюдь не нулевой вероятностью вы видите одного из будущих представителей нашей страны в Лиге Европы. Выдающуюся по меркам данного тура статистику пробить, кстати, удалось благодаря автоголам. Таковыми оказались два мяча из трех в данной встрече. Так что в чужие ворота сумел забить только Марат Шаймарданов, заслуживающий по данному поводу отдельного упоминания. Шинник победил 2-1. Важнейшие события в масштабах весны без всякого сарказма. В четвертом матче после возобновления чемпионата наконец-то забил второй «Спартак». Причем сделать это удалось в ситуации, когда целая группа игроков уехала в российскую молодежку многотрудно, но весело побеждать Македонию и бодро рвать Гибралтар. Кроме этого, в сборную Замбии, как известно, рванул фэшн Сакала. Автором гола у красно-белых во Владивостоке стал Ломовицкий, с чем его можно было бы поздравить вдвойне, если бы этот успех принес победу. Но луч на своем обаятельно ржавого цвета газоне жизнеутверждающе спасся в компенсированное время. И это отдельная история, к которой мы еще вернемся. Безвыигрышная серия «Спартака» в ФНЛ достигла юбилейной отметки в 10 матчей. Зато Александр Григорян хвалил соперника, так что хоть вырезай и на сайт красно-белых вешай. Безусловно, эти ребята, они не простые мальчишки, и дело не в том, что они там сборники, не сборники, это ребята, которые в России играют в первом дивизионе уже несколько лет и играют в самый комбинационный футбол. Никто с ними, ни одна команда, ни команды, которые выходят в премьер-лигу, ни команды, которые, скажем так, проповедуют комбинационный стиль, никто не может сравниться со «Спартаком-2».
И, наконец, главная сенсация тура. Ротор побеждает в Астрахани Енисей. Можно не сомневаться в том, что команде Сергея Павлова обеспечена толковая посещаемость, когда она доберется, наконец, до Волгограда с целью проведения тестовых матчей на новом стадионе. После перерыва к завершению 29-го тура Ротор успел сделать уже немало полезного, чтобы второй дивизион не снился каждую ночь. 3 победы в 4 матчах, все со счетом 1-0. Здесь тоже был свой гол в компенсированное время. Климов занес мяч в ворота практически с 2-3 метров. Енисею вроде бы и обидно, кого ж обрадует поражение после мяча, пропущенного на 92-й минуте. Но, с другой стороны, ближайшие конкуренты вежливо сыграли в ничью, поэтому особо и не приблизились. Смотрим все результаты и обращаем внимание на то, что в Underdog Derby «Зенит-2» победил «Факел». Первый по весне гол забил здесь Панюков. Итого у него 13. Очень-очень боевая ничья вышла у «Олимпийца» и «Тамбова» 8 желтых карточек. У «Томи» опять отличился футболист, добытый клубом в зимнее трансферное окно. На этот раз арендованный Абдулавом. Тройку лучших голов тура открывает Марат Шаймарданов из «Шинника», который, как мы уже говорили, большой молодец, хотя бы потому, что в игре с «Авангардом» не забивал свои ворота. Второе место Сенин Сибаи, игра «Балтики» с «Кубанью» в Краснодаре. Моментов, когда игрок смещается с левого угла штрафной в центр, чтобы пробить правый, в футболе пруд пруди. Сюжет стандартный, но штука в том, чтобы не просто пробить, а еще и попасть. Сибаи попал. И, наконец, лучший гол тура – Сослан Таказов, матч «Луча» со «Спартаком». Полетная фаза мяча в этой атаке продолжалась бесконечно долго, и это вполне было похоже на волейбол. Подача – первое касание, второе и третье. Оно же гол. Мяч за это время земли ни разу не коснулся. Футбол России, пускай и не повсеместно, но все-таки дарит людям радость и позитив. Отвлечемся на некоторое время от, собственно, матча и погрузимся в подборку улыбательных интернет-постов из жизни лиги в рамках нашей рубрики «Сетевая активность». Мартовский снег – неотъемлемая часть Дальнего Востока и залог дружного коллектива. Не дали стихии взять верх и помогли возобновлению сезона. Болельщики «Луч энергии». Респект. Пока мы восхищаемся ребятами из Владивостока, игрок «Крыльев Советов» Михаил Тихонов восхищается прической коллеги. И освежает стиль вслед за Валерием Кичиным из «Енисея». Внимательно следят за внешним видом также Иван Таранов и Андрей Часовских. К завершению сезона люди в черном подошли во всеоружии. Курский «Авангард» тоже настроен на каждый матч. В сети даже появился слух, что клуб ищет нового полузащитника. Но официальный источник информацию опроверг. Последний большой размер отдали Кириллу Гацуку. Шутить умеют и в астраханском «Болгаре». Геолокация на фото Владлена Бабаева мотивирующая. Стадион у Кубани называется попроще, зато тренировки усложненные на координацию. Химки тем временем организовали акцию «10 вопросов футболисту». Лучшие ответы Андрея Мостового уже здесь. Я его отдам парикмахеру и попрошу, чтобы он сделал нормальную прическу нашему капитану Алексею Шумских. С девушками дела у меня стоят хорошо, но на данный момент девушки у меня нету. Начнем говорить об этом матче неожиданно. 31 марта, в день игры с Кубанью, исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как главный тренер Енисея забил в составе «Спартака» весьма симпатичный гол в полуфинале Кубка УЕФА миланскому «Интеру» на стадионе Джузеппе Меацца. Впрочем, сам Дмитрий Оленичев вряд ли об этом вспомнил. Были, прямо скажем, поводы подумать о другом, о более актуальном.
Его команда проиграла второй раз подряд, причем дома впервые, а в своем манеже Красноярск вообще практически не терял ранее очков. Так что все признаки эксцесса налицо. Все вместе это уже тянет на главное пока событие весны. Оба гола забиты во втором тайме, итого 0-2. Дмитрий Оленичев не стал после матча показательно страдать, а напротив ударился в поиске позитива. Может быть, с одной стороны, это и хорошо, что проиграли, потому что сейчас остается у нас 8 туров, чтобы все мы уже были максимально сконцентрированы на работе, которая предстоит тяжелая, и соперники наши непосредственно набирают уже очки, поэтому, конечно же, нам уже теперь право на ошибку, мы теперь уже не имеем. Если б не скромные голевые показатели при изобилии побед, то сейчас можно было бы смело говорить, что ротор танком прет по соперникам. Но все-таки 4 победы со счетом 1-0 по весне не позволяют выступить так громогласно. Впрочем, точно уж уместно сказать, что ротор прет вверх по турнирной таблице, это неоспоримо. Второй успех подряд, добытый в самой концовке, на этот раз в Питере, спишем на везение лишь частично, потому что для везения нужно и малость умения. Поклон маэстро Павлову. Продолжайте в том же духе. Сейчас это уже сложно представить, но перед возобновлением сезона «Факел» и «Ротор» имели плюс-минус одинаковые позиции. Но радости в жизни никогда на всех не хватает. Кому густо, а кому и пусто. Воронеж, похоже, все. То есть в теории можно еще успеть спастись, но на практике не вполне видно, как «Факел» это сделает. Тут команда протянула час, после чего посыпалась, пропустив за 30 минут 4-жды. «Авангард» поздравим с тем, что куряне крепко поправили в последнее время свою голевую статистику. С этим у команды Хасанбибиджиева еще совсем недавно был совсем непорядок. У «Сибири» были проблемы с составом в прошлом туре, всего 13 полевых в заявке, и будут в следующем. Две потери из-за дисквалификации гарантированы, плюс не вполне ясно, что со здоровьем у «Галыша». Но 31 марта команда Сергея Кирсанова была в порядке, да и вообще, кажется, никакие проблемы ее надломить не способны, подтверждением чему является тот факт, что в борьбе за зону переходных матчей «Сибирь» продолжает самым непосредственным образом участвовать. Ну а здесь 2-0 с дублем Житнева. Смотрим все результаты и обращаем внимание в первую очередь на то, что «Томь», которая ранее в 4 матчах с представителями трио лидеров не проиграла ни разу, серию закончила, причем крупным поражением. «Тюмень» победила весной впервые, забив сразу много, в 3 раза больше, чем в 4 предыдущих матчах вместе взятых. В турнирной таблице все стало совсем-совсем весело. 2 поражения «Енисея» подряд, и вот уже команде Дмитрия Оленичева покой только снится. Угроза откатиться на 3-ю позицию вполне реально. Не до шуток. На другом полюсе «Ротор» сделал весной все возможное, чтобы покинуть зону вылета, и по окончании 30-го тура своего добился. Команда на 15-м месте. Немедленно к лучшим голам тура. На 3-ю позицию ставим Алексея Сутермина из Оренбурга. Лихо влетевший в штрафную Андрей Малых слегка запутался в мяче, но партнер был тут как тут. На 2-м месте Ильнур Альшин из «Авангарда», максимально качественно обработавший голевую передачу, подкорректированную в нужную сторону игроком «Факела». Волгарю по весне в смысле суммы результатов порадоваться нечему. Лучший гол тура от Данила Ищука, пусть и слабое, но все же утешение. Это конец. К следующей программе нас ждет наиприятнейшее событие. В Калининграде 11 апреля состоится открытие нового стадиона и первый тестовый матч на нем. Продано 15 тысяч билетов. Будет интересно, поэтому обязательно осветим все и даже немножко больше. Пока!